Эпопея продолжается. Вот такая вот ситуация у нас в багажнике. Решил немножко тут навести порядок перед тем, как отдавать. Увидел, естественно, показал хозяину, что тут все не так хорошо, как хотелось бы. Вот, предложил все-таки немножко тут навести порядок. Каким образом? Сейчас я это все пылесосом наведу порядок. Тут вот видно, вот он, прям песок. Тут что-то то ли возили, то ли уже от времени. Машина все-таки не новая. Вот. Поэтому что, сейчас вот эту мастичку надо снять. Поскольку, как мы видим, под ней тоже есть ржавчина. Все это зачистить, почистить. Сразу скажу, я не любитель обрабатывать вот это кислотой ортофосфорной. Все равно ее как бы трудно. Химию мы все учили. Кислоту можно нейтрализовать щелочью. Щелочь нейтрализовать кислотой. Получается замкнутый круг. А тут уже металл как бы довольно сильно поврежден. Вот, не так, что, конечно, тут не вываливается, но все равно, как мы видим, тут уже от слоя, может, половина осталась кое-где. Поэтому я сделаю следующим образом. Все это сниму, зачищу, насколько возможно, вручную. Вот, чтобы, извините, салон не загадить. Вот, и потом перекрою грунтом изолятором, вот, кисточкой. Все это высохнет, потом сверху еще грунтом обыкновенным и наклею шумку. Вот и все. На этом как бы и закончим это дело. Ну вот так оставлять, конечно. Такую коррозию я не советовал. Хозяин со мной согласился. Хотя бы чуть привести в порядок надо. Это просто говорит о том, что тут то ли влажное что-то возили, то ли откуда-то вода поступала. Ну, в общем, не важно как, но такие вещи, я считаю, надо все-таки подобрать. Ну, как мы видим, вот коррозия и под этой мастикой есть. Поэтому особо снимать тут уже нечего, надо просто обдирать. Продолжается эпопея с багажником. Вот я тут до самой шовной мастики здесь все замазал. Ну что сказать, взял щетками металлическими, где-то шкурками, где-то как-то, ну, по возможности, насколько это возможно было, очистил ржавчину. Вот здесь покрыто где-то 3 или 4, может, слоя кисточкой, вот, грунтовкой хорошей. Высохло все. Это делалось, конечно же, на улице. Почему? Потому что вонь такая, что не приведи Господь. Вот. Подсохнет еще надо пару часиков дать ей протряхнуть, потому что кое-где вот видно, да? Еще как бы влажные капельки у нас есть. Пусть высохнет, и потом наклеим вот такую шумку сюда. Как и было. Вот так получается. Еще надо закатать и там чуть добавить. Вот тут добавилось еще чуть полосочек. Вот. Чуть другая эта шумочка. Ну, тоже вот такая она достаточно упертая. Вот единственное, что нету вот такой на ней пленки металлизированной. А вот, ну, это, как говорится, роль никакую не играет в данном случае. Вот так вот мы все это заделали. И сейчас все то, что здесь должно лежать, будем ставить на место, собирать и, собственно, финиш. Вот такой небольшой ремонтик. Вот. Убрал я ржавчинку. Вот почему? Потому что, ну, с таким надо бороться. Вот, по возможности. Все, всем спасибо. Пока-пока.